Топ-10 осуждений стримеров. Это что? Не, я как бы все понимаю, но, по-моему... А там, ну, типа, цензуры или нет? Годы идут, а на Твиче ничего не меняется. За оскорбление особо уязвимых категорий можно схватить бан. Да. За так называемый N-word под нож пойдет весь канал. Но для стримера есть... Воу-воу, а чё менять сразу? Я вообще ничего не говорил. Шанс спастись, осудить высказывание, дав понять, что он против. Как же порой смешно наблюдать за попытками блогеров спасти свою задницу. Добро пожаловать на Tellblog.net. И сегодня ты увидишь топ-10 самых ярких осуждений на Твиче. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Любой... Ой-ой-ой! Не, походу это нельзя смотреть, подождите. Подождите. Ладно. Чел, который на Твиче говорил слово... Осуждаю, зашкварен. Десятое место. Привет от Стрея. Установка СУ-228 в виде белгородского сома работает безотказно. Ни одно оскорбление в сторону ЛГБТ-сообщества не останется незамеченным. Эх, а как все мило начиналось. Передай, пожалуйста, привет моему молодому человеку Данилу. А так желаю тебе хорошей игры и побольше качественных песен. Обсуждаем. И понеслось. Ты ему слово, а он в ответ выдает 10. Даниил, долбоеба сын, поняла? Шаба, блядь, иди нахуй с моего стрима. Осуждаю и не одобряю подобное высказывание, без негатива. Мне так нравится, как он перечисляет все это дерьмо, а потом добавляет без негатива. Досталось не только донатерше, но и бедному Даниилу. Но, казалось бы, должен закончить свой высер, но нет. Шва, блядь, комнатная нахуй, чтоб тебя с***и отвисли. Ой, блядь. Ну так, а как еще по отношению к этим людям нужно относиться? То есть донатит какая-то непонятно что, блядь. Начинает банворды, значит, говорить. Вот, специально, знаешь, что нельзя так делать. А я должен быть с позитивом, типа, да? Бурури отвисли. Блядь. Не одобряю такое поведение, максимально осуждаю. Хотя, забавная фигня получается, да, что типа Twitch банит за одно слово запретное. Но по итогу не банит за 15 других оскорбительных фраз по отношению к человеку, да? Вот, то есть... Это можно. А я ем сосиску, ёпты! Юлечка, иди тоже моя солнышко, укуси хоть сосиску. Чё, дурак, блядь, совсем, что ли? Аноним, спасибо тебе за 120 рублей. Из того насудил, но, как гласит аксиома Твича, не проклял, значит, одобрил. Девятое место. Ошибка легенды, которая слишком дорого стоила. Вот за это Simple словил банчик. Сука, такие данные. Ой-ой-ой-ой. Это была шутка. Он нормальный тип. Осуждаю шутки этих. Саня сам себя поймал за руки, как дешевка. Лично я больше всего проорался с его попытки выкрутиться. Она звучала так нелепо, как и дальнейшие мольбы к админам с просьбами простить его. Твич, прости меня, пожалуйста. Парадокс ситуации в том, что эта трансляция стала первой трансляцией Симпла, на которую залетел бустер. Вот это он везучий. Кстати, бустеру тоже пришлось осудить данное высказывание, чтобы самому не словить бан. Не одобряю на такую хуйню, что за... Зашел на секунду, буквально на. Как видишь, даже опытные челы могут сесть на бутылку. Впрочем, Simple это больше опытный кейсер, а не стример, потому что... При этом это говорит Tellblog на ютубе, записав видео и вынужденный вставлять в каждое матерное слово цензуру, чтобы, не дай бог, ютуб не дал ему желтую монетку, иначе видео не будет продвигаться ютубом, и он не сможет заработать с этого. А хоть он и не новичок в этом деле, а бана за запрещенку хватает на раз-два. Да, зато Tellblog, я могу спокойно сказать, блять. Причем несколько раз подряд. Блять. Восьмое место. Суть Твича. В принципе, в этой реакции нет ничего необычного, но она идеально демонстрирует, насколько платформа крутит гайки. Крутит так, что взрослые пацаны, мужики, можно сказать, орут как потерпевшие, как только слышат запрещенку. Ты залагал? Не, я жду АФК. Это что такое? Спайк установлен. Сука, ты пидор.
Осуждаю, осуждаю, блядь! Господи, какая же кринжатина. Это же не знаю, что кринжовее, само осуждение или то, как потом стримеры пытаются выкрутиться, якобы доказывая, что вместо банворда... И главное тоже это самое, старайся выкручиваться, да, цензурой на эти слова, и цензурь получше, потому что, ну, мало ли, YouTube все-таки заметит матерное слово, да, и видео тебя забанит. Вот, и в рекомендации не кинет. На другое слово. Нет, не проговорил, не проговорил. Хотя это я сейчас такой умный, а если бы от какой-то идиотской фразы зависела бы судьба канала, осудил бы еще и покруче. Седьмое место. Братишкин страдает. Тут подобран просто идеальный тайминг. Только стример помечтал, что просидит без бана, как на себе. Да не, пацаны, ну ближайший, ну где-то, наверное, месяц точно не планирую забаниться. Ближайший месяц. Ну да, сидел за все грехи. А как насчет этого грешка? Ох, блядь, гадон ебаный. Осуждаю, осуждаю, да. Ебаный, блядь, я нахуй, Ты да. Чёрт, сука? Вова настолько офигел, что даже забыл осудить. Оно и понятно, потому что ему раньше постоянно бросали видосы с фразами, за которые твит жестко бьет по жопе. Все осудить просто не успеешь. Кстати, братишкин тогда словил бан все-таки или нет? Кто помнит? Нет, не словил. Шестое. Бан дают, если сам стример говорит эти слова. Автор, блядь, запомни нахуй. Понимаешь, да? А ты на ютюбе вынужден еще и другие... Скажем так, слова других людей цензурить, чтобы не схлопотать чего-нибудь. А место бан для президента. Кто бы мог... Чего? Мог подумать, что глава государства скажет бан-ворд. Ты чё, гонишь, блядь, при чём здесь вообще я? Давайте это... Осуждаю, блядь! Ну да. Так, я прошу заметить, это сказал президент Украины. Я не одобряю президента Украины. Более того, Зель повторил его несколько раз, еще и с невероятным упоением. Снова выберем пи***. Осуждаю, блядь, еще раз осуждаю Зеленского. Это пиздец. Вы что меня попросили вообще? Это президент Украины? Вот это вот президент Украины? Ой. Да, вот это и есть президент Украины. Не знаю, как на посту руководителя государства, но на Твиче он бы точно не задержался. Словил бы бан на первом же стриме. Хотя, возможно, ради донатов Зеленский бы и фильтровал базар. Так, на Твиче Трампа банили. Поэтому, ну, как бы... Чего ж тут? Причем Трампа банили за что? Он даже банворды не говорил вроде. Не помню. Но это уже совершенно другая история. Пятое место. Смешные видосы. А вот, собственно говоря, те самые ролики, за которые братишкину приходится отдуваться. Что ты, шарик? Как будто мы... Дурак. Я, блин, забань его, забань. Да, я не понял, я думал, песня какая-то. Сидит и ржет. Я... Да, просто на брифе смеется, сидит. Бедный Вованидзе даже не выкупил, что произошло, и заглотил. Вованидзе, ёп. Этот крючок без осуждения. Я так понимаю, что рекордсмен... Привет, Хесус, какие школьные предметы пригодились тебе в жизни? Например, пригодилась ли тебе биология, алгебра? А что, по мне не видно, что мне вообще ничего не пригодилось? Даже русский язык, как видишь, не особо мне помогает. Ну, в том плане, что я разговариваю как дебил. Вот, что какие мне еще там предметы могли помочь по жизни. Я не знаю, наверное, ничего мне не помогло. Да. Казался слишком откровенным даже для такого простачка, как он. О, ВБМ. Осуждаю! Осудил сквозь смех, значит, одобрил. На всякий случай еще раз осуждаю. Четвертое место. Мега-комбо. Зрители Shadow Кека наверняка вспомнят стримчанский, когда Макса менее чем за минуту поставили в неловкую ситуацию целых... Зрители Shadow Кека на месте? Три раза. Рынок тупая чурака. Она осуждает! Чё нахуй? Не кидай такие клипы, заблокировать их нахуй всех. Ну, все, не заблокируешь. Уже через несколько секунд блогер убедился в этом очередной раз. Почему ты... Сказал, что я тупой и вообще говно какашка. Она говорит, потому что ты похуй.
Блять, иди нахуй! Осуждаю. Полностью осуждаю. Нельзя такие клипы кидать. А что, можно не полностью осуждать? О, Макривский сидит в казино и хуярит. Это за какой... А, тут еще и Жора Политика, блять. Макривский казино. Злой казино. Олсиор Политика, короче. Это, видимо, очень старый стрим. Это еще те времена. Да. Нельзя такие тиктоки видео кидать. Но, видимо, и этого оказалось недостаточно, раз судьба еще раз подкинула Максиму подлянку в виде запрещенки. А сколько можно? Мы... А-а-а! Осуждаю. Полностью осуждаю. У модеров Твича от такого залпа из нежелательных слов наверняка случился инсульт жопы. Третье место. Не узнал деда. И снова у нас в программе Белгородское ПВО, которое срабатывает тогда, когда... Вы, наверное, еще и пропустили, что тут было. Которое срабатывает тогда, когда даже это не нужно. Я осуждаю! У Сома чуть рот не разорвался от такой наглости. Хотя мне кажется, что это прилетел донат от дедушки, которого дед не узнал. Иначе вместо осуждения Усач кинул бы плотную. Это гения на донатере жестко осудили. Я осуждаю подобное высказывание. Убери прадеда, сука, от микрофона своего. И, сука, клоун. Чисто сын черта. Максимально осуждаю такое и не одобряю. Мразь. Просто мразь. Пакость, сука. Второе место. Клоун на микро. Одна вот в такие моменты я на самом деле начинаю ценить свою аудиторию за ее адекватность, да? То есть у меня же тоже голосовые сообщения, причем от 120 рублей доступны. Но тем не менее, люди, если донатят, они донатят что-то веселое. Кефтеме, блядь, тяги, какие-то мемы прикольные, вот, и прочую херню, короче говоря. Вот, реально. Тяжелых задач стримера играть и параллельно следить за донатами и тиммейтами. Чтобы в случае чего быстренько осудить сказанное. Порой это бывает непросто. Shadow Kek подтвердит. Аааа, осуждаю. Осуждаю, я уехать не могу. Осуждаю. Например, ситуация, которая, кажется, подошла к концу. И установка СО отработала на полную силу, подавив напор нарушителя чата. Ага, как бы не так. Убить не... Ай, блядь, да ёп! Ой, Тох, я бы звук отключил в игре, конечно. За такие словечки на Твиче бан прилетает только так, но тогда перепуганного Макса судьба помиловала. Какой Макс, блядь, это Мазелов? Или он про что вообще? Он что, дурак, блядь, Мазелова не узнал? Это же Илюха Мазелов, он думает, что это Shadow Kek? Я думаю, при чем тут Shadow Kek? Блять. Ну и первое место. Сюрприз на 500 000. Даже когда на канале стукает круглая дата, нельзя... Опять Макс. ...увлекаться ни на секунду. Ибо твичевская комьюнити может жо... Чё, охуел? Не, я, конечно, все понимаю. Сидит, что-то там угорает над стримерами. Вот. Доказывает, что мы тут слова осуждаем определенные, блять. Одно, два, три слова. Сам же на весь видос поставил кучу цензуры, не дай бог, чтобы его видос тоже не снесли на ютюбе, да? За матерные слова, блядь. Но быковать на аудиторию, это зря. Это нельзя отвлекаться ни на секунду. Ибо твичевская комьюнити может жестко подставить. Что с ней? Так, его, кто телблога обидел, а? С Твича. Твичевская аудитория, вы че, блин? Осуждаю. Тихуя у него рот здоровый, блядь. Подожди. Хуя рот здоровый. Ебать, он огромный. Чтобы отрубить голосовуху, Мазелов решил ее таким вот образом зацензурить. Это мы одобряем, а вот обращение к модерам осуждаем. Модераторы, вы вообще там в очко поритесь? Ну, в смысле, я к тому, что... Чем вы занимаетесь, блядь? Туюта. А? Ой, как неловко получилось. Правда, без запрещенки, поэтому прощаем. Как говорится, ставлю 2 балла, но пока... А что не так-то? Какие вопросы? Не понял. Даже если в очко и... Так одобряем же. Уже без негатива было сказано. Шинная сил, спасибо. Только карандашом. Ну, как тебе наш подборочка? Хуйня твоя подбор, очка. Что я могу тебе сказать, дружок? Пришлась по душе, охуел. Или мы забыли какую-то топовую реакцию?
Забыли. У меня на стриме побольше было за 10 лет. Много всякого.